День памяти и скорби. 75 лет назад фашисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 41-го, погибли более 33 тысяч человек, почти все еврейское население Киева. Всего же с 41 по 43 годы там были убиты, по разным оценкам, от 70 до 200 тысяч ни в чем не повинных людей. На Украине сегодня запланированы памятные мероприятия. Ожидается, что на место трагедии приедут сотни людей со всего мира. Впрочем, украинские политики продолжают негодовать по поводу заявлений президента Израиля. На днях, выступая в Верховной Раде, Реувен Ривлин напомнил, что украинские националисты были пособниками в преступлениях против евреев. Вице-спикер парламента Ирина Геращенко назвала его слова неуместными. Олег Ляшко призвал извиниться за, как ему показалось, унижение украинского народа. А Юлия Тимошенко сочла речь Ривлина и вовсе следствием провала украинской дипломатии.